Какой-то туман спустился в пыц-пыц. И прямо жутковато идти как-то, я не знаю даже. Эх, муха. Мне, блядь, страшно вообще, извините за выражение. Это просто какая-то, извините. Вы такое видели вот когда-нибудь, нет? Там вообще темно полностью. И здесь вообще вот такой вот. Извините за мой французский, но что-то такое, я не понимаю, что вообще происходит. Жуть какая-то. Там вообще темень какая-то. Страшно, немножко страшновато. Я не знаю, но мне как-то страшновато, честно говоря. То есть вот вообще все прямо покрыло. Просто абсолютно. Я такого не помню, честно говоря. Вот если честно говоря, я не помню. Смотрите, вот вообще ничего не видно. То есть просто вот все так покрыто. Камера не передает, но как-то так немножко жутковато. Ну ладно. Я надеюсь, что все нормально будет. Ну, я так надеюсь. Я не знаю, как будет, но... Смотрите, вот это вообще, да? То есть, таинственно, но... Так сказать... Ой-ой-ой. Ну так, жутковато, честно говоря. Ну ничего, свежо зато. Ну то есть такое себе, честно говоря. Страшно, да? Туман, наблюдайте. Видно, да? Что-то сегодня реально Питер накрыло. Все очень красиво, конечно, но... Вот там вот. Но сегодня что-то реально Питер накрыло. Смотрите, вот видно вот эти вот штучки? О, видно. Да-да, должно быть видно. О, что пошло, а? Слушайте, это реально красиво. Можно анимацию делать. Но то, что было вот до этого, это было вообще какая-то... Я реально испугался. Ну да, такое необычное чувство на самом деле, такое таинственное. Красиво вот эти штучки переливаются. Это и есть туман. Маленькие такие частички. Видно, да? Вот тут тоже таинственно все. Просто небо черное, туман. Такое жутковатое, честно говоря, ощущение. Деревья такие, будто бы из сказочного леса какого-то. Дворец очень красивый. Вот это вот жутковато, вот там вот. Вот там очень жутковато. Видимость, наверное, метров 15, наверное, всего. Ну, 10-15 примерно. Здесь немного.
Да, интересная штучка.